Вот, кому интересно. Отвлечься от эмоций и быстренько прикинуть, какие варианты. У Владимира Кличко все шансы выиграть этот бой, потому что по классу, вот, как боксер, он выше. Сбрасываю видосики. Тут вот, видите, маленький кирпичный жилой дом прямо при храме. Может, это и неплохо, но с другой стороны, такой вид, конечно, может быть, и, как бы это сказать, может и приесться, не знаю, или как-то. Все-таки это все равно, что жить в концертном зале. Вот 34 гигабайта у меня видео за 12 мая. Это была та самая тяжелая поездка в Новгород. Да. Мучение жить на белом свете. Ну вот, я и спасаюсь Гендлином. Не очень хорошо двигается, прямо скажем. Вот и все, так что мы в своем космическом корабле. Питер ни разу не встречался с Гендлином, с боксером, который бьет так, как Владимир Кличко. Так что все нормально. И все дело будет в мотивации. А мотивация — это особый момент, о котором мы, может быть, поговорим после боя, как бы он ни кончился. Вот тут тоже. Да, мучение жить на белом свете. Первый раунд. Вот это я с детства помню, как и вы все. Одуванчики белые, невыразительные. Есть сомнения в его, как они говорят, подбородке. Он у меня тут сзади. Зимняя курточка, которая мне совершенно недавно пригодилась. Вот вид назад. Все, друзья, сбрасываем видосики.